Центральная контрольная аналитическая лаборатория является одним из крупных подразделений Департамента лекарственного обеспечения, которая проводит работу в двух направлениях. Это физико-химические и микробиологические испытания. Мы проводим контроль качества препаратов, которые поступают на государственную регистрацию, сертификацию с отдела фарминспекции по жалобам. Препараты, которые поступают в гуманитарную помощь, проходят через нас. Наша лаборатория оснащена самыми современными приборами. Работают 20 специалистов в сфере проведения контроля качества. Согласно договору ЕАЭС от 29 мая 2014 года, согласно дорожной карте, мы в данный момент ожидаем расширения нашей области аккредитации Центральной контрольной аналитической лаборатории в области изделий медназначения, также до оснащения нашей лаборатории современными приборами для проведения контроля качества. Также наша лаборатория имеет южный филиал лаборатории, который имеет свой юридический статус и область аккредитации. Центральная контрольная аналитическая лаборатория на сегодняшний день аккредитована на соответствие ГОСТ-ИСО МЭК 17025/2009 года требования к испытательным и калибровочным лабораториям. То есть в настоящее время мы готовы работать в рамках ЕАЭС.